Святочные мероприемства примеркованы к завершению навучального года распачались в установах эдукации. Свой особливый выпускный вечер для четвероклассников прошел у самой великой школы в области, у средней агульноэдукационной школы номер 45 Могилева. На святе побывали и наши корреспонденты. Учни одразу 10 четвертых классов 45-й школы, а это больше 200 детей, стали пятиклассниками. Такая колькость параллелей – это сёлетний рекорд. Однажили у отделе адукации, спорта и туризма Могилёвского гарвыканкама. А значит, у новом навучальном годе у школы станет больше и педагогов. Планируется взять новых учителей по математике, по русскому языку, по иностранному языку, по истории. Очень тяжело отпускать детей. Стали они за 4 года такими близкими, родными, своими. И я не раз с родителями об этом тоже говорила, что это не только ваши дети, это уже наши дети. 1 сентября уже они не придут, придут другие. Вот, поэтому немного грустно в этот день. И хочется сказать огромное спасибо родителям наших выпускников, потому что идем вместе в одном направлении, это дорогого стоит. У знак развитания с початковой школой и своими первыми наставниками былые четвероклашки перерезали стушки и обучили свои планы в 5 класс. Я хорошо училась. На какие оценки? На десятки, девятки. И на... Какой у тебя любимый предмет? Литература. За 4 года я научился читать, считать и писать, а в 5 классе я буду хорошо учить историю, потому что она мне очень нравится. Я сейчас начал изучать химию, биологию, чтобы мне было в 5 классе легче. Катерина Балукова, Сергей Вишневский. Новин регион.